Я не книжный блогер, поэтому я снимаю не на фоне шкафов, а на кухне. Второе апреля. Снег идет. Погода прекрасная. И я решила вам снять свои приобретения за март месяц. Здесь и подарки к 8 марта, и то, что я себе купила. Книг, приобретенных у меня в марте, 17. Из них 2 – это подарок к 8 марта. И начнем мы, пожалуй, я вас знакомить вот с этой книги. С этим автором я уже знакома, мне очень понравилось, как она пишет. Поэтому я купила еще одну книгу. Издательство «Эксмо». Так, потрясающее издание «Азбука». У меня даже, видите, они еще упакованы, эти книги. Я даже еще их не... от пленки не освободила. Как они пришли, так они у меня и лежат еще пока. Издательство «Азбука» премиум. Посмотрите, какие потрясающие книги. Красоты невероятные. Я собрала всю серию «Проклятые короли». Теперь она у меня вся есть. Так, я думаю, кто интересуется книгами, прекрасно знает, что это за серия. Ну, потрясающая красота. Я вот одну открыла от пленки. Пленку сняла, чтобы показать вам. Естественно, я потом всю пленку сниму, но пока они у меня так лежат. Ну, красоты невероятные этой книги, издания. Сама книга выглядит вот так. А это обложка. Так, еще из этой же серии. Потрясающая книга «Хроники странствующего кота». Тоже издание «Азбука». Я сейчас сниму обложку. Посмотрите, как замечательно оформлена книга. Какие там птички. Руки уже тянутся читать, но у меня пока в прочтении другие книги, так что пока эти книги ждут своей очереди, естественно. Горячо любимый мной Набоков. Обожаю его за его русский язык. «Защита Лужина». Это мне дочь старшая подарила к 8 марта. Я не знаю, где она нашла эту книгу. Я так ее хотела, и вот она, дочь, мне где-то ее нашла и подарила. Вот, тоже потрясающей красоты. Так, дальше серия «Большие книги. Русская литература». Михаил Булгаков. Опять оформление. Ну, просто из рук не хочется книгу выпускать. Ну, это что-то невероятное, потрясающее просто. Огромное спасибо «Азбуке» за такие книги. «Азбука», конечно, радует и радует. Еще одно издание издательства «Азбуки». Тоже Михаил Булгаков. Потрясающее просто оформление. Люди, кто любит книги, меня поймут, потому что держать книгу вот в таком оформлении — это просто удовольствие. Так, дальше. Тут у меня произошел казус. Я, значит, захожу на сайт Валперис, смотрю Набоков. Чтобы вы понимали, вот
Набоков, Набоков. Размер, да, видите, книг? Я вижу, думаю, о, супер, здорово, я сейчас закажу. Заказываю вторую книгу, тоже Набоков. Думаю, ничего себе, тоже премиум. А теперь смотрите размер книг. Я не посмотрела просто на сайте, как эта книга, какого размера и как она там вообще выглядит. Ну, ладно. Главное, что это Набоков, главное, что это азбука премиум, и это меня уже радует. Я, конечно, потом посмеялась сама над собой, думаю, ну да, в следующий раз будешь внимательнее заказывать. Ну ничего, я не расстроилась. И вот еще тоже азбука премиум. Набоков. Так, дальше. Потрясающей красоты, я не устаю повторять и буду говорить это всегда. Издательство Азбука. Вот такое издание. Это уже серия «Большие книги. Иностранка». Ну, посмотрите. Так, дальше. Две книги, которые мне подарила дочь. Младшая на 8 марта. А вот. Эта книжка. Следующая. Мне очень понравилось, как пишет, значит, автор. Именно о китайских женщинах, об их судьбе, об их жизни, быт. Вот. И я еще приобрела себе две такие. Ну как приобрела себе две? Попросила, дочь мне заказала и подарила на 8 марта. Я предпочитаю говорить то, что я хочу, чтобы не заморачивать детей, чтобы у них не было головной боли. Я озвучу конкретно, что бы я хотела, чтобы у меня было в библиотеке, и дети мне уже дарят. Дальше серия «Проклятые короли». Азбука премия. Ну, осталось немножко. Так, еще. Я еще как принесла их с Валберс, еще не распаковывала. Решила вам снять. Ну вот. Ну, потрясающе. Ну вот, все мои приобретения, подарки, покупки к 8 марта. Ну, муж смеется, говорит, ну, надеюсь, до конца весны тебе хватит читать. Но покупать-то я еще буду, конечно, но пока вот такое количество новых книг у меня появилось. И заранее прошу прощения за мое видео, потому что я снимаю, в принципе, вообще первый раз. О книгах. Я не книжный блогер. Я просто делюсь тем, что у меня есть. И вот решила снять и поделиться с вами. Так что прошу прощения, если кого-то смутит мое видео, кому-то, может быть, не понравится. Я сразу предупреждаю, я не книжный блогер.